Завтра, 22 ноября в 12 часов, Егор Борисов огласит ежегодное послание Госсобранию, общественности и всем жителям республики. Церемония будет транслироваться в прямом эфире и в записи, и в вечернее время на телеканалах НВК «Саха» и «Саха-24», а также в радиоэфире. Послание руководителя региона является важным стратегическим документом, задающим вектор социально-экономического развития республики. В эти дни Егор Борисов работает над текстом послания. Традиционно в документе будут отражены вопросы бюджетной политики, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, развитие местного производства, сельского хозяйства и основных отраслей экономики. Большой раздел будет посвящен деятельности властей по повышению качества жизни населения. Ожидается, что в ходе выступления глава объявит о том, какому приоритетному направлению будет посвящен в республике предстоящий 2018 год, рассказали в пресс-службе главы. Сейчас в целом по стране идет политика повышения эффективности бюджетных расходов. Я думаю, что как раз таки Егор Афанасьевич будет особое внимание уделять этой теме, в частности, именно справедливого соотношения между социальными расходами и второстепенными расходами, такими как, например, приобретение каких-то роскошных товаров и так далее. Да? Потому что сейчас все понимают, что основное внимание нужно уделять именно на социальный блок. Вот, например, у нас в городе Якутске остро не хватает школ, 35-ю школу не могут достроить, у речевой школы проблемы. Да?